Продемонстрируй нам способности Радмина. С помощью Радмина вы можете устанавливать, можете управлять удаленным компьютером. На удаленный компьютер ставится серверная часть, на ваш локальный компьютер ставится клиентская часть. Вы запускаете вьювер, и вы с помощью можете делать с удаленным компьютером все то же самое, что вы делали, находясь перед ним. Так, а еще? В Радмине доступны следующие виды соединения. Полный контроль, просмотр удаленного экрана, передача файлов, голосовой чат, текстовый чат, обмен текстовыми сообщениями. Также вы можете перезагрузить или выключить удаленный компьютер. Так. А еще? На данный момент Радмин является самым быстрым средством для удаленного управления компьютерами. Сегодня у него тоже есть шансы победить. Донте Се. Да. Еще разок. Донте Се. Донте Се. А Донте Се. А его Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Не могли бы продемонстрировать нам способности программы Радмин? О, да пожалуйста. Я как сотрудник технической поддержки в данный момент нахожусь на выставке, но виртуально я могу находиться на своей рабочей машине, которая находится по адресу Новые Черемушки, профсоюзная 56. Вот.